Мне даже не хочется комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел, доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать. И во многом вот последние пару лет Великобритания разворачивала такую агрессивную политику по отношению к Российской Федерации, используя в качестве предлога события на Украине, всячески покрывая режим, который в Киеве сложился при западных кураторах, режим откровенно человеконенавистнический, во многом неонацистский. И эта вот активность Великобритании резко возросла после того, как Борис Джонсон вывел страну из Европейского Союза, и она оказалась как бы на задворках европейской политики. Сейчас они активнейшим образом пытались вот в последние месяцы сколотить новый альянс: Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина, для того, чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику, которая наверняка далеко не всегда будет учитывать интересы Европейского Союза в целом. Вот. Но ушел и ушел. Видите, все говорили, что вот надо Россию изолировать, пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона.